Итак, всем привет. Продолжаем проходить Last of Us. Вторая часть. В прошлый раз застряли на этом, когда появились собаки уже вместе с... как их там? Враги. В общем, с собаками придется походу попотеть, потому что они палят прямо по следу. Надо будет их как-то учиться отвлекать, не знаю. Ну, будем, как говорится, посмотреть. А так по сюжетке чего? Вот эта подружка, которая все время помогала, она сейчас засела там в кинотеатре, выходить не хочет. Я, говорит, с икрой. Вся херня, буду следить за рацией. Ну, а Элли идет по следам Томми, продолжает. Он там, походу, в засаду попал. Будем, как говорится, его выручать. Как он долго грузится-то? Давай же. Эй! Наконец-то. Так, понеслась. Думаешь, он связан с попечёнкой школы? Наверняка. Не бывает таких совпадений. Ненавижу эти мелкие шайки. С большими понятно, как вы... Или разорвите дистанцию. Ну-ка, давай попробуем прилечь. Так, 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 надо бутылку. Ну-ка, ищи дальше. Туда куда-нибудь, на. Сука. Не. Бля, как быть-то, а? Грызет она меня, сука. Собака, what the fuck. Так, где они? Странно, почему меня здесь загрузили? Как десантник, блядь. Так, вот этот хер с собакой. Бля, может. Ну-ка, давай. Попробуем по-тихому. Интересно, собака среагирует? Блядь. И шарика порубил нахуй. Заодно. Ай-яй-яй. Меня стреляют. Зои! Вперед! Пизда что-то. Попала, тварь! Пизда, ебать, не тут. Начинает Сталинград тут устраивать. Откуда она стреляла? Блять, еще одна с собакой. Пиздец, шарик, ура. Да ёпта, я не могу уклониться. Твою мать. Не стойте на одном месте. Так она идет за этим следом. Что-то хуй знает, пока к этих собак проходить. Ну там с псиной проебится. Бля, как быть-то? Еще не туда. Ну-ка, я собаку могу захуячить. Блять, нет. Хоть грызет.
нафиг их мочить-то, блядь? Будет какое-то время идти по вашему следу. Блять, ёбаные псины. Они так-то пожестче палят. Это, блядь, называется, хотите поебстись, вот вам, пожалуйста. Мы еще собак добавим. Это чтобы вообще заебали. Зрители подтягиваются. Блять, куда спалила, да? Вроде как собака, она не очень быстро перемещается. Блять, ёбаные шарики. Пошла нахуй отсюда. Да пизду, да. Бля, как же их завалить-то по шустрому? Да нахуй пошли. Давай добивай его. Наконец-то. Бросив кирпич или бутылку в другую сторону. Блять. Ну, до того мне просто не успеть дойти. Ха-ха, дятла швыранул. Так, собака начинает выкупать, короче, да, тут же? Засада, засада! Вроде откуда-то оттуда! Хуй ты угадал. Я везде сущ. Так, может на собаку как-то напасть? Обыскать всю улицу! Кто-то проскользнул! Блять. Пизда твоему Джеку. Садись ты, блять. Чёрт-то. Берет, блядь, иногда встает и пиздец. Ну. Понятно. Пас мой хороший! Вали её! Нет, что-то я не то делал. Ёбаные псины, блядь. Как быть-то нахуй с ними? Подожди, давай попробуем. Где эта залупа? Шерстяная. Давай он сейчас сюда выйдет. Мы попробуем куда-нибудь туда долбануть. Бутылку. Так, вот этот пидор выходит. Так, в упоре лежа, интересно, собака она может? Я могу ее замочить, когда она лежит. Заебись. Охуление мне в траве-то пасут. Заткнись, сука. Блять, она спалил. Ёб твою мать. Давай, лапочка, взять ее! Пизда шарику. Вот, тварь! Так, попасть бы еще. Пиздос, 6 патронов улетел. Сейчас остальные, да, прибегут? Конечно.
Сложно, блядь, наступило. Псина ебучая. Черт, куда она делает? Давай отправляй собаку сюда. Ищем ее. Так, она отошла от собаки. А, все, спалили. Нет. Все хуйня, Миша, давай заново. Так, они мне засчитали то, что они меня спалили уже. И там... Ебись. Режу нахуй, она тут же меня спалит. Ебучие собаки, блять. Хуяк. Блять. Есть? Смотри, вроде все. Да, жесть какая-то с этими собаками. Еще кто-то палит. Блять. Кто? Как он кверху? Твою. Сколько их? Почему я их не слышу? Завижу, он там стоит, блядь. Козлина. Бля, я хуй знает, что с собаками делать. Чё-то как-то плохо все. На топор. Денешь, раебец. То ли трава. Раньше же я вроде в такой траве ныкался, все нормально было. Сейчас они прям что-то как-то... Не буду хилиться, хуёво получится. Меня тут так покоцали, ни хера. Нет места. Где эти козлы? Ударов. Тут снова вижу. Вот второй. Блять, они быстро ходят слишком. Я не успеваю доползти до него. По-пластунски. Скажу, проверю стань. Второй палит. Нашел. Тихо. Тебе кранты, слышишь? Я тут. Все. Все. Так, вот как с собаками-то быть все-таки, а? Ч
Почему, блядь, не получается их по-тихому завалить? Они прям везде палят. Давай проползать-то. Что с ними, блядь, не так? Так, тут... Ни хера нет. Понятно. Отлично, дробаш. Бля, ну раз уж всех завалил, придется хилиться. Игра меня и так уже сохранила. Давай сделаем. Молотов, да? А теперь не хватает. Херово. Так, я был. Что я видел? Здесь. Кирпичи, хуичи всякие. Обычно ничего нет. Надо как-то научиться их отвлекать, короче, чтобы они мне мозги не ебали, эти псины. Потом дальше будет их явно больше. Они потом будут вообще одолевать стопудово. Это же не единственное появление собак. Какие-то комнатки, блядь, все пустое. Залезть некуда. Ну да. Паркур. Деревенский паркур. Так, и как будет там с этими собаками? Собаки, собаки. Может, типа, блядь, закидывать что-нибудь, они отвлекаются, ты мочишь хозяина, а потом собаку. Будет попробовать. Ну, а чё ты встала-то? Ничего, то, что там дыра на пол стены. Пока забаррикадировалась, всех там заебенило ужасно, а потом она закрыла вход. От кого ныкается? Что, застряла, что ли? Серьезно? Они забыли? А, она застряла в этих шнурках. Так, погнали. Сейчас еще, да, будет народ. Че, надо здесь посмотреть. Ну, раньше этой херней всей помогала носатая. А сейчас она залетела, ей типа не это. Не камильфо таскать подобные вещи. Так, а куда мне его барабанить-то? Сюда, типа? Ну, примерно. Поперли. Кстати, как носатая могла залететь, если она лесбиянка? Что-то странная херня какая-то. Типа... Она тогда бисексуалка получается. Все, он не уедет. А он уезжает. Я успел.
Надеюсь, все правильно сделал. Ну, не факт, конечно. Ну ладно. Так, верстак. Верстак, это хорошечно. Читаем, что тут. Борис, мне очень жаль. То, что эти псы сделали с Софией, просто ужасно. Я не могу избавиться от ощущения, что в этом есть и моя вина. Я поднял весь город на уши, внушая людям, что нужно дать отпор псам, когда она стала рисовать граффити на их плакатах. Я не пытался ее остановить. Я скрывал это от тебя. Думал, она сама перестанет. Я знаю, что ты хочешь им отомстить. Поверь мне, я сам хочу того же. Но нельзя, сейчас нельзя. Мы не должны действовать сгоряча. Нужно подождать, пока все уляжется. Люди не знают, что делать. Они ждут, как поступишь ты. После эпидемии ты был их лидером. И ты должен снова провести их за собой. Иначе все то, за что мы боролись, потеряет смысл. Ули. Душе не ему кто это. Ули. Так, тряпочки. Сначала надо рядом все обыскать на наличие болтов. Потом уже топать к штаку. О. Да. Буль-буль-буль-буль. Как Карлсон. Тихо-тихо. Карлсон так это варенье хлебал. Красавчик, дорогой. Так, короче, мне потом сюда выходить. И потом ебать куда-то туда. Так, а в конце же там прошлой серии, там она увидела какой-то грузовик, народ, там что-то такое. Она ж типа, по идее, за грузовиком идет. Так, что качать можно? Устойчивость, так, урон, скорострельность, перезарядка. Устойчивая скорострельность. Магазин. На урон этого не хватает. Блин, да давай магазин начнем, что делать. Ну прикольно сделали, как оно тут оружие апгрейдит. Такого я, по-моему, пока еще не видал в играх. Чик-чик. Прикрутило что-то. Как будто на каждом верстаке есть нужные запчасти, чтобы такие вещи ремонтировать, апгрейдить и так далее. Это, конечно, немножко странно сделано. Но перезаряжайся. Смотри, да ваша теперь 5 патронов врезается. Да? Вроде да. Тут. Так, там кто-то пиздит, по-моему. Нет. Сперва поймайте, твари. Окей. Ну, куда-то походу туда. Поэтому шмонать будем мы отсюда. Так это тату-салон. Набейся что-нибудь. Гопника на картах, на шее где-нибудь. Так, 31. Пилюлька. Ни на что не хватает. Ладно. Так. Тут все. Че какая-то записулька. Ули, ты знаешь, душой и сердцем за Хилл Крест. Но после казни Софии мы решили, что пойдем вместе со всеми на стадион. Мы должны думать о своих детях. Брендманы по скриптам.
пару часов назад мы видели Бориса. Мы его позвали, но он как будто нас не слышал. Пожалуйста, поговори с ним. Надеюсь, вы пойдете с нами. А, там что-то припоминаю. Борис это какой-то там охуительный стрелок. В этом городе, что ли, был. Как-то так. Угу. Что-то я все ухожу в разные локации. Да, или мне кажется. Вот эту херню куда-то надо двинуть. Куда это могу двинуть, зачем? И зачем вообще это двигать? Что-то пока непонятно. Ну, по-любому это где-то рядом. Фены без проводов валяются. Провода сдали, что ли, на металлолом? Так, еще пилюльки. Это заебись. Так, получается, я не ходил только вот туда. Ну, здесь не был. Там хрюкал. Это жирный там шакалит. Вот уж кого не хватало-то. Я как раз думал, что-то, блядь, давненько это, никого тут не было. Вот, пожалуйста, жердяй тебе. Там еще, да, колбасица стоит. Шаркун. Ну-ка, давай за хуйню. Раз. Два. Так, все, я долбанул. Ну, нормально даже, в принципе, без этого. Без траты патронов обошлось. Шаркун. Дошаркался, короче. Чё за них нихера не дают, а? Он же вроде типа как это большой дядька. Хоть что-нибудь бы дали поощрительное. Нет, хуй тебе. Ну, сам в принципе выбрал сложный уровень. Привет, Дейл будет спрашивать у тебя код от сейфа, но ты лучше сам сходил в гараж и набери, а то он еще 8 раз тебя спросит. Код 3865. Кому-то все-таки надо поговорить с его женой. Я знаю, она все еще надеется на его выздоровление. Но будем реалистами. Говорят, на базе ВОВ есть настоящие врачи. Если она уйдет, никто не будет ее винить, кроме Бориса. Ну да и черт с ним. Так, какой-то код, короче, дали. Значит, надо искать гараж. Что-то в гараже там есть. Чё у него такое рожа-то злая? Все же шикарно тут. Шаркуна завалил. Так. Мне примерно сюда и надо выходить. На эту лестницу. Значит, возвращаемся назад. И херачить надо. Ну, короче, их было по-любому не обойти, если только конкретно все заныкаться и все такое. Так, я не помню, я здесь был. Да, я здесь был.
Ликер, но это же не ликер. У гараж. Не может же быть ликером. Это бухла. Ну, в смысле это. Магаз с алкоголем. Тут ничего. Окей, давай. А это мухи тут орут. Мухи жужжат, а такое ощущение, да что пиздит кто-то. Пиздец, целый один патрон. Тихо, тихо. Чуть не упал. Блин, ну наверное сиганем. Я думаю, подняться-то получится. Что-то блестит. Блять, еще один. Раз. И все, да? Я только один могу сделать. Опа, подос. Светошумовая бомба. А мне вот эти пригодятся, по-моему. Тусовка, короче, набирает обороты. Вот этих блядей все больше. И тут пусто. Вот это попадался. Нахер я сюда прыгнул. А кинуть я его не могу. Да. Интересно, сохранилась эта херня вся. Ну, типа, я буду загружаться с этого под... Нет. Еще раз попробовать. Че в нем пострелять-то можно? Тату гаража нету, да? Это что такое? Life Cycles. А ну, велосипеды, ликер. Это что? По-моему, зоомагаз. Так, это, короче, богадельня. Как я? Парикмахерская или что-то в этом роде. Вот какой-то гараж. Отодвинем, да, наверное? А код зачитали, интересно? Так, кто там орал? Какого мать его хрена? Триаж. Давай. Да ебать, а сколько вас? Суки завалили. Так, что-то как-то вообще сложно. Этот код я здесь нашел, правильно? Отсюда выходим, топаем в гараж хотя бы. Бля, дробовик буду использовать, мне тогда на жирного не хватит. Их там двое, да, по-моему?
Ну давай, давай, дробаш, что делать? Давай, выходи. Второй, третий, четвертый. Еще. Ха, угарно, мозги стекали сейчас по стенке. Что это было? Тампа, зомбарей, чё? Вот тут все в спорах. Кроме сейфа, чё тут нихера нету? Пиздец, столько патронов для дробаша. Надеюсь, хоть в сейфе что-то будет. Пилюльки. Еще один патрон для дробовика. Все. Не густо пока. Так, я код не посмотрел. Что у нас там с кодами? Я не могу это сделать. Так, так, так. Вот что-то собралось потихоньку. Улучшенные глушители. Ускоренные скрытые убийства. Бля, придется глушаки качать, чтобы убийство качнуть потом. Код Дейла. 308265. 3082-65. Чик. 3082-82-65. Отлично. Хоть подошел без геморроя. А тут у нас кобура. Да ладно. Подойдет. Давненько я не видел. Как теперь? Краткоствольного оружия. Угу. Ну, теперь чуть проще переключать просто. Ладно. И все, да? Блин, я не знаю, есть ли смысл к этим падать в подвал. Или сразу туда пойти. Ладно, давай еще раз попробуем. Просто я не знаю, что там вообще полезного-то есть. Тихо-тихо, размахалась. Так, у меня 15 всего патронов. 15 патронов, и больше ни хера. Куча амбиций. Так, я могу что-нибудь из молотого сделать? Один, да? И все. Мне вот интересно просто, что я тут вообще найду. Допустим. Тихо. Ах ты, падла. Готов один. Где второй?
Если там двое было. Есть. Ну и фу. А когда второй-то сдох? Шарку. Вот один. Я у него, по-моему, только один раз выстрелил. Или, ну, два, может, попал. Странно, он подох. Ты чё умер-то? Быстро так. Так, что-то я запутался. Одинаковая локация. Так, ты сюда заходишь, вот падаешь ты тут. Потом ты выходишь вот сюда. Пролезть можно. Хорошо. Где-то тут очутиться. Ну, выходить-то из этой шняги по-любому надо как-то. Там не подняться. Все, вроде все обошел. Да? Да. Тихо, ложись. Аптечка. Спасибо, не понадобилось. Какую-то херню дали всего. Ну, что это такое? Один патрон. Перезарядимся, что делать-то? Так, сделать я что-нибудь могу. Ну вот эта шняга светошумовая точно не нужна. Блять, давай. Может пригодится. Так, это какой-то это подушечный магазин. Бутик. Бутик подушками. Что там взять можно? Какие-то улучшения, что ли? Спортом первого воздуха в номере обзора сравнение 15 лучших охотничьих прицелов. И чё? Новая ветка модификации точности. Повышение устойчивости при прицеливании. Ускоренное перемещение при прицеливании. Дальность режима слуха. Задержка дыхания. Неизвестно что-то. Да, не успеваешь качать, как ветки появляются. Оу. Где это? Джонни. Где я? А, понятно. Ну все, теперь уж город обошел. Теперь надо туда выходить. Заперто. Ну, я бы не сказал, что прям чего-то козырного тут накинул. Такое себе. Кобура единственное, что пригодится. Новая ветка. Ну и в принципе все. Остальное в основном в убыток пошло. Вот что она не берет вот стрелы. А лук-то где? Или мне его дядюшка Томми заботливо вручит потом? Типа она говорит. Поиграй в индейца. Что это? Что-то долбануло, что ли?
Собаки опять. Да стопудово. Так. Зараженные, да? Тут сходняк. Воу-воу-воу, полегче. Меня спалили. Пиздос. Чё ныкался? Один хуй, все сбежали сюда. Оттуда увидел, да? Охереть у них, конечно. А по идее тут как тоже спрячешься, если тебя просто выкидывают на локацию, где тебя с разных сторон постоянно кто-то палит. Они ходят же, перемещаются, все трясутся, блядь. И тебе нормально не заныкаться. Отсос какой-то. Ну-ка, в жижу что ли, долбануть? Нет, нет ничего. У меня джинсы, да, до сих пор сырые. Прикольно. Молодцы, конечно, продумали с этим делом. Так, что тут за писульки очередные? Иолан, прости меня, я не могу больше заботиться об Альфе. Ты была права насчет псов, они оказались еще хуже военных. До чего я не ожидал, так что это мы начнем грызться между собой. Они все видели, что эти псы сделали с моей бедной Софией и что они сделали в ответ. Ничего, у меня было право мстить, и они должны были мне помочь. А вместо этого сговорились против меня, так что я ударил первым. Я отправил их одного за другим, не на смерть. Просто усыпил, а потом перетащил в гараж со спорами. Уилли проснулся, мы сцепились, я запер его там, но он успел меня укусить. Эти предатели будут мутировать друг друга на глазах. Пусть помучаются, надеюсь, воспоминание обо мне будет последней мыслью в их угасающем разуме. Я сам уже начинаю терять рассудок, осталось недолго. Надеюсь, ты нашла спокойное место подальше от этого сраного городишки. Надеюсь, ты уже не вернешься сюда. Не видишь всего этого. Если увидишь, прости, Борис. Ну, понятно. Бориска тут геноцид устроил. Тотальненький. Вот он, короче, этих чуваков и запер там в гараже. А мне, блядь, отстреливайся. Мудила. Из-за него, блядь, почти весь боезапас на дробашек истратил. Подается. Синяя распродажа. Действует беспроцентное предложение. При предъявлении этого купона вы получите скидку на всю сумму покупки. Так-то не актуально уже. Лет 20. Пригодится. Вода. Тут хуяня. Целый патрон. Ебаническая удача. Кто такой? Сука, ебан. Чё за чингачгук, нахуй? Кстати, у меня последний патрон остался. Лук нашелся. Неужели? Давай, вытаскивай. Ну, с луком-то, наверное, поприкольнее будет. Так, инструкция, стрелы. Так, из чего их делать? Ножницы. Угу. Давай.
Две стрелы сразу же, да? Она делает две стрелы сразу же. По-моему, еще какой-то ячейка под оружие осталась. Поднимай. Так, винтовочный. Что мы можем сделать? Вот с этим, конечно, хреново. По пилюлькам 43. Ускоренное изготовление любых предметов вдвое быстрее. Блин. Попробуем все-таки ускоренные скрытные убийства. Меньше внимания, да. Это дело полезное. Придется подождать немножко, но она лучше будет мочить народ. А то они часто очень палят. Но пока не пиздиться с ними. Ну, как обычно, R2 это R2. Забыла. В смысле? Я же вроде... Ага. Надо удерживать. И потом... Ладно. Угу. Фиг. Еще, как говорится, есть порох в пороховницах. Ну-ка, подальше, допустим. Кстати, вот если она сидит... Нет, подожди. Вот она сидит, она может целиться? Нет, как-то она... Будет палиться все равно. Короче, ЛО из него такое себе. Так, а первую стрелу я, короче, сломал. Красился-то. Обратно перекрасился. Эту стрелу запорол, не хотите вернуть? Ну-ка, по тачке я могу долбануть. Тут ничего. Ну да, мародерство тут не поможет. Ладно, давай еще стрел тогда сделаем. Погнали воевать, как Рэмбо. Хер знает, может и получше экономить патроны получится. Эй, тут еще нарушитель. Девчонка. Убил ее. Нет, но этот козел здесь. Черт. Теперь их двое. Надо псину ебнуть. Он наш грузовик взорвал. Как вы это допустили? Так, найдите их. Этих чужаков надо найти! Хуяк! Боже мой! Кто стрелял? Боже! О боже! Шарика ёбнули. Хуяк второй. Бля, лук отличная вещь, походу. Сейчас мы тут Horizon Zero Dawn устроим, блядь. Вместе с Холокостом. Куда он слинял-то? Выходи воевать. Так, он вижу там далеко кто-то идет. Ну он что-то вообще далеко. Нет места. Серьезно? Я не могу таскать. Я должен в башку попадать, короче, чтобы стрелы вытаскивать. Это, конечно, блять, затратная будет штука. Но вышибает хотя бы с одного удара. Это хорошо. Тут
хвалит. С окна меня, да, валил? Так, у меня только всего один удар на топор. Не густо. Короче, надо это не вставать даже. То меня сейчас они запалят и начнется атас. Так. Сука, псину позвала. Да все, больше собак не будет. Собака. Что-то интересное? Сюда. Через всю комнату падла арканула. Иди сюда. Тихо, тихо, тихо. Кепочку только сбил. Как-то очень сильно не прокачан. Ползи. На нахер. Чуть-чуть ебанули. Откуда засчитают? Так, часами надо не шуметь. Сюда я не выйду. Так, эта курва здесь с собакой гуляет где-то. В траве не заныкаться. Может так хотя бы. Я попробую ее псину с лука ебануть. Ай, не вижу. Блять. Как они далеко все. Не попал. Стрелу просрал и в эту курву не попал. Там. Не. Все херня. Давайте, мочите меня. Надо собаку также заебенить, как чувака в начале локации, а потом все остальное. Блять, там целый дом этих сволочей. Так, а потом он, да, отворачивается. Тихо, она может даже лежа стрелять. Какого хрена? Прямо здесь! Так, они запаниковали. Как тараканов со всех сторон. Раз, два, три. Кевин, прорываемся! Я тут сплю, не мешайте.
Пиздец. А я потом в башку попал. Мне в башку попали раньше. Блять, я не вижу. Псина это из-за кустов. Боже! Черт! Черт! Так. Какая-то мразь убила мою собаку! Тут кто-то есть! Прочесав все здания в этом районе. Тихо, сука. Так и сразу ложиться надо. Ложись. Мачете, это хорошо. Как раз у меня топор заканчивался. Так, надеюсь, это была одна собака тут. Так, давай-ка куда-нибудь подальше отползем от места происшествия, нахуй. Так, сколько их тут? Тихо-тихо-тихо, палят. Кажется, это успею ёбнуть. Или не успею. Так, заныкаться бы надо. Переговаривается еще, пидора. Она туда вернулась. Ну-ка, давай. Что дальше? Блять. Мэгги! Три стрелы, короче, заден этот. Ебаный в рот, их тут дохуя. Вот она! Здесь! Все, спалили. Тихо-тихо. Так, еще один. Давай-ка перемотаемся. Я знаю, что ты там. Угу. Да вы там, а я тут. Хуяк. Готов один. По идее, она сказать что-то должна, когда закончится. Значит, где-то еще есть. Ну, пойдем хотя бы патроны пособираем, может кто чух. Потопаю как раз. Может кто-то слышит.
Пусть мама услышит, пусть мама придет. Так, бита нет. Где-то тут была это. Патрон вроде. Один патрон для винтовки. Так. Перезарядка. Или я ошибся? По-моему, где-то патрон был. Я откуда-то, помню, валил и увидел патрон этот. Так. Стрела. Тут ничего. Ну, давай-ка еще раз пробежим. Вот они как-то все вот кучно полегли вроде здесь. Братская ведь могиле. Да нет, вроде больше нет никого. Ладно, херс. По-моему, кто-то еще должен быть тут. Когда толпа заканчивается, она об этом говорит. Так что надо всего ожидать. Дура какая-то. Ну, по идее, сейчас изоленту с этими... Тихо-тихо, кто палит? Получается, и этот еще не последний. Он бы сказал. Тряпочки, хуя. Кто там? Кто-то рядом. Ну где? Ага. Вижу. Пиздос, чё их тут до хера-то? Тихо-тихо-тихо, вы меня не видели. Ебать их тут. Такие ноги прямые. Их еще, короче, собака и два чувака, да? Аккуратненько. Вот так. Эй, сука. Так, эти куда-то съебали уже резко. Вообще далеко. Ладно. Пошли опять выходить.
Изготовить аптечка один штука. Давай. Ладно, ладно, это Эли говорит. Так, она где-то здесь шарахается. Ну-ка, давай. Я ее слышу. Скажу, давай, конечно, иди. Так, сейчас он лестницу поймает. Конечно. Прикончить ее быстро! Блять, псина вонючая. Вот что-то учуял. Нашел след, умница. А след-то уже простыл. Твою мать! Сраные псины, блядь. Почему они раньше меня успевают выстрелить? А, не успевают. Мать твою. Еще одна. Правильно? Вот она где-то там. Только она где-то. И там подсвечивается. Типа жмурик еще не остыл. Ну-ка. Мое конфу круче. Блять. Вот как так? У нее даже оптики нет. Пиздос. Давай вылезай. Залупа. И это еще не все. Да вы охерели, что ли, блядь. Ну все, не уйдешь. Хуесиха. Он там сидит, да? Хорошо. Ебанулся тут толпа, конечно. Пойдем поищем, может. Ну, как раз. Только не оборачивайся. Готов. Блять, и это еще не все, ну пиздец. Еще такие локации-то. Когда они закончатся? Так, первый дом. Давай второй дом обыскивать. Дверь на улице. Мне кажется, они все-таки где-то далеко, просто на ней это как бы. Ну,
считается, что одна локация, и поэтому она их за общак берет. Так, это второй дом. Теперь сюда полетели. DVD-шник древний. Что-то взял, что-то так и не заметил, что взял. Так, винтовочный. Кто-то там поскрипывает. Не. Показалось. Ничего. По-любому сейчас всех замочу. Мне интересно, за сколько тут народу. Я где-то человека 4 завалил на улице, даже побольше, по-моему. Потом возле дома, за диваном, когда ныкался, там еще сколько, 4, по-моему, зарубил. 8. Что-то прямо они закидывают. Да, аптечку. Еще стрелы, да, конечно, пригодится. Пока все. Подожди, мачете я могу. Апгрейд. Нет, ножницы нужны. Это у нас что? А теперь. Теперь бутылки пригодятся. Сейчас, короче, все, что находится, пойдет в этот, на пользу в борьбе с оккупантами. Ну, тем оно и интересней. То обычно как у тебя есть мобы. NPC там тупорылые, которые, допустим, хотя бы даже между собой не переговариваются. А тут чик они. Один запалил, куда ты бежишь, второй тут же настучал. И все, и думай, как прятаться. Интеллект, конечно, в этом плане тут развит. Это молодцы. Тут еще то, что одно оленя собирается выходить. Или уже вышло, не помню. Вроде собирается только. Потому что тут одна жизнь вообще. Я хер знает, как-то с одной жизнью пройти. Тут и так, типа, не очень-то просто. На сложном уровне. На сложный какие тут, я не знаю, как точно. Короче, я поставил сложный уровень. Вот, тут так-то не так просто. Валят часто очень. А если тут на харде еще и с одной жизни, то, я не знаю. Тебя убили, ты типа снова побежал. Ну, не думаю, что они там прям так жестко сделают, то, что тебя замочили, и ты должен проходить с самого начала игры. Иначе просто ты ее никогда не пройдешь. Так. 51. Осталось-то херня. 9 пилюлек набрать. Так, что там? Гараж я тут был. Тут нормально. Короче, там какой-то или дворик, где-то последнего почти. Да.
где я последнего мужика завалил, надо туда, по-моему, топать. Надо туда топать и там поаккуратнее уже. Курятник. Так, угу. С этим понятно. Так, слышал. Ну-ка, он туда заползет. Да. Тут их еще двое. Надо подумать, как ты тут их захерачить. Давай вот так. Псина. Пидорас, блядь. А он-то откуда тут? Давай мочи его. Вашу мать. Вот именно, а как он меня увидел-то? Собаку натравила на меня, да? Куда они лезут, блядь? Сука, прям заебло. Так, они вообще отсюда обходили. Все. В смысле все? Вон, я вижу, они бегают, в смысле все. Тут их еще полно. Огонь на подавление! Сколько их? Два, как минимум. Собака. Спалили, да? Так, там эта курва с собачкой. Может, получится как-нибудь собаку-то завалить. Так, он, по идее, сейчас должен вылезти с окошка где-то. Черт. Черт. Он где-то внизу там вообще, получается, ходит. Наконец-то не сюда поднимается. Псина там вынюхивает. Тихо-тихо-тихо. Спалился, да? И чем же там пахнет? Говно. И смерти. Вон. Псина типа видит, но не понять не может, где я, да, короче. Давай быстрее. Потеряла след. Все, теперь бездомно. Добби теперь свободен. Какая печальная хатика она.
сожрать меня хотел. Сука. Ну, вернется же, да? Короче, собака не может, по-моему, запрыгивать на препятствие особо. Надо было пойти и зарубить уже давно. Грызануло меня. Ладно, хоть стрелу сэкономил. Что радует. Что-то она подозрительно опять не говорит то, что все. Народ закончился. А народ что, не закончился? Человек тут, правда, еще больше. Что мы с этого можем сделать? Дайте еще 9 пилюлек. Пока ничего. Так, вроде все, да, я обошел. Погоди. Ага. Угу. Не совсем просто понятно, локация была, как она выглядит. А теперь понятно. Винтовочный, револьверный. Так, ну перематываться-то мне смысла нет, правильно? Давай перезарядим оружие, хотя бы. Здесь. Давай. Не, ну лук ничего, конечно, делал. Мне прям нравится. Своими, конечно, этими нюансами. Надеюсь, они без собак. Шумит все нахрен. Они его нашли. Поможем им? Его это типа Томми? Сука, собака ебучая. Ах ты ебит. Пиздец. Ваншот вся хуйня. Ладно хоть. Так, одна идет туда, вторая идет сюда. А хер-то с собакой где нарисовался? Поможем им?
Блять, я же нажимал. Ну, давай. Так, псина там. Так, давай это. Есть что-нибудь? Есть что-нибудь, это кто кому говорил? Давай, иди сюда. Блять, хоть поймаешь же. Жестко она им позвоночник, конечно, перерубает. Это все? Сука. Как эта сраная курва, блять, меня долбанула. В другую сторону пошла. Они его нашли. Поможем им? Нет, девчонки здесь. Держать позицию. Да хватит уже. Хуяк. Так, сейчас хер с собакой появляется, правильно? Пусть ты повыше. Блять. Сраная псина. Как ты заебал. Да и пиздец. Поел, пиздос. Он хоть в башку попал. Я ее заперла! Куда ты ее заперла? За ваншоты пошли, я не понимаю. Собака так нападает, блять, хуй знает откуда, и грызет сразу же за морду. Эти твари, блять, попадают сразу же. Ну, я думаю, это про то не имеется в виду. Вот прямо сюда и пиздует, а? Вашу мать.
Да ёб твою мать. Ну серьезно, как она меня могла в кустах? Зачем тогда они нахер вообще нужны, если, блядь, она тебя палит прямо через них? И именно туда идет. Давай куда-нибудь в другое место спрячемся, я не знаю. Вот сюда, допустим. Ебучие собаки, блядь. Я еще и в этого пидора не попал. Так другой. Так, собака где-то здесь проходит. Так, псина там осталась. Эти две капусты шакалят. Вот, нашумело. Да-да. Что случилось? И что ты там унюхал? Псина ёбаная. Хуй нацелишься, блядь, еще. Гнида. Все, пиздец, стрелом. Мне тогда показалось то, что там собака туда в дом заходит. Давай, хилься уж. Мне по столу все жестче проходить становится. Давай, бери. Косая. Что было то вообще? Че на патроны не берет? Наконец-то. На 10-й попытке, блять. Так, эти две обезьяны перемахнули через этот забор. Пистолет, конечно, у меня неэффективный нихера. Давай другой лучше. Куда лезут эти пидоры с собаками? Не, нахер. Не рискуйте зря.
Пиздец, с двух сторон, нахуй, сразу же. Иди сюда, шарик, ёбаный. Охуеть. Откуда засчитает? Угу. Ладно. Херово, что ли, этих как вам стрел больше нету. Раз, два, и там где-то третий, да? Вон там идет. Мне вот интересно, насколько близко я могу к собаке подойти. Вроде что-то учуяло. Ну-ка, чем там пахнет? Вижу её! Прямо здесь! Блядь. Да нет, это всё хуйня. Сейчас, секунду, я подойду. Собаку, может, это как-нибудь вольнее, блядь. Ничего! Блядь, сюда не подняться уже. Спалили. И тут же валят. Стоит курва пали прямо. Вот там пидор с собакой. Поп-
попробовать, ёбнуть сучку эту. Я не вижу собаку. Тихо, закроемся. Остальные прибегут. Куда ты там, пиздец, прижал? Блять, не успел. Раз. Видишь что-нибудь? Ничего. Откуда к нам лезут эти чужаки? Поймаем одного, против. Не, нахер, не рискуй. На нас напали! Привет! Лысый чувак. Готов. Блять. Сейчас она меня как ёбнет. Неужели попал? Это все? Ну вы, блин, даете. Ни патронов, ни хера. Так, сюда мне не вернуться. Чувак с одним патроном лежал. Зато меня когда валить нахуй, то у них блядь, по 500 патронов у каждого. Так, понятно. Он. Это они Томми что ли вылавливают? Тут нет ничего. Ёбаные собаки. Блять, я не сразу заметил. И шарику пиздец. Все. Как мне к этому чуваку попасть? Зашибись, его даже шмонать. Рода. Ебать, что за война-то началась? Ну,
Мы до тебя доберемся! Только не успей подохнуть. Суки. Выкурить ее! Давай, давай! Блять. Ну так уже два. Да, блядь. Прикончи её! Пидор, блядь, а. Я тут полежать хотел спокойно. Мочат и мочат. И мочат, и мочат. Выкурить её! Я нажимал уклоняться. Ну, я не знаю, давай сюда попробуем. Ну, проходи ты, блядь. Какие варианты вообще? Блять, да идите нахуй, ёбаный ты в рот. Не заныкаться, ничего. Обходи! Долго она его мочит. Придавил гусенка. Давай дробашом там. Блять. Да ёбаный ты мудак нахуй. Где второй? Последний остался. Блять, пониже надо было. Чуть-чуть пониже. Тихо-тихо. Блять. Все.
охереть вообще. Вроде три чувака, блядь, а шороху навели пиздос. Как обычно, патронов нет нихуя. Так, что есть еще? Все, Барсик, все закончилось. Да. Сейчас там наверху еще человек 5, да, будет? Собак там, я чувствую, заебись. Так, тут 4 удара, там 3. Там конкретно за Томми гоняется. Куда там столько народу у них вообще? Вроде апокалипсис же, народ там должно быть вообще чуть-чуть. Тут и собаки, и хуяки. Села. О. Кто это? Томми, наверное. Что здесь делаешь? О! Ну, я тебя одну отпущу. Назиат. А где Дина? Да, но не виделись. В безопасности. Приболела. И чем приболела? Она в порядке. Приболела. Она икрой приболела немного. Через 9 месяцев увидишь. Или какая там у нее неделя. Тебе сильно досталось? Все нормально. Те твои друзья напали. Вообще без предупреждения. Что за друзья? Пошел туда один. Давай только без лекций. Ты сам-то понимаешь, что ты просто кретин. И азиат еще. Конечно. Видишь грузовик? Это твой план? Нам нужно оторваться. Съебать на грузовике? Ладно. Пулек-то хватит? Готово. Там уж человек 5. Эй, надо действовать по-моему. Вот именно. Что опять? Нам нужно платить. Так. Давай-ка наверх. Хуй там, а не наверх. Тихо, не пались. А вот я палюсь. Смотрите, вон они! Здесь, здесь! Готов? Подожди, подожди, не торопись. Нарушительно. Пристрелите ее! Блять, он сзади. Ай.
Надо было в машину бежать. Но кто ж знал то, что они именно сзади будут. Я думал, они с другой стороны. Садись в машину! Поехали. Как прицел такой лбасит. Я пытаюсь. Блять, дергает. Пошел отсюда. Это моя идея. По колесам. Похуется. На камеру. Готов. Во-во-во, полегче. Это Uncharted начинается. Блять, не поймать их. Вот именно. Готов. Экшен, экшен, экшен. Бум. Чё садились в тачку, все расхерачили только. Чё, двери не работают? Текать надо. Боже мой! Щелкуна? Нет, не щелкуна. Тут надо всех валить, походу. Жесть какая. Вообще весь город убежал. Сдохни, сдохни, сука. Ебаной. Куда летел, на что надеялся? Это в дерево. Всплывай. Жестоко. Ты как? Превосходно. Ладно, кажется, здесь никого. Чудом ушли, чудом. Ну, к этой, к носатой пришли. Открывай, медведь. Дина! Сова, открывай, медведь пришел. Привет. А чё пузо-то не выросло? Вон, мужа тебе привела. Джесси? Да, Дина. Привет, ты как? Вздремнул и буду в порядке. Давайте зайдем внутрь. Как твоя икра поживает? Идем. Тихо. Как Мария не заметила? Я проскользнул. Проблемы друзей, мои проблемы. Ага, аборт делать умеешь? Просто с желудком что-то. Ой, да ладно тебе. Давай устроим. На понос косить. А или че, ревнуешь, что ли? Ты меня слышишь? Да, да, все хорошо. Ну ладно.
Это у меня после контузии. В общем, у меня когда не ранил. Да уж, я бы и сегодня даже что не забыл, она, если бы она не напоминала. Сильно, по-моему, изменилась для двух годов ранее. Ладно, что с тобой? Ничего. А что? Ты какая-то мрачная, я же вижу. Пошли уже. Просто задумалась. Если хочешь поговорить, только скажи. Если хочешь идти, иди. Отставшие. Сколько? Не очень много. Чё отставший? Умственно отставший из зала. А он тут валит. Ты чё, больной? Хочешь попробовать? Давай постреляем. Чё там у тебя? Ты уверен? Я сегодня... Вдаху какую-нибудь козырную. Видишь, что знак? Красный. Какой? Пойдёшь в него? Хороший ты? Способ выманить их. Других знаков больше нет же? Ну давай. Тихо, тихо. Целься выше. Пулю будет вниз тянуть. Хорошо. Почему у него будет вниз тянуть? Не забудь сделать поправку по высоте. Светись выше мишени. Насколько выше-то? Перезараженные были? Мы тут зачем? Надо их грохнуть. Тихо, они колбасятся. Нет, значит надо выше. Ну вот, еще. Не торопись. Что-то она не шибко, конечно, попадает. Готов. Где-то на пол головы надо выше стрелять, что ли. Всех уложила. Еще там бывают, если не надоело. Ага. Где там? Пошли вы лучше по бутылкам постреляли. Зимой здесь часто проходят орды. Но кто-то из них всегда остается. Каждый год по тому же маршруту? Да, как будто мигрируют. Что за миграция? Ну, когда атмосферное давление достигает определенной температуры. Ты черт, не знаю. Их это на пиздеть. Не знаешь. Возле сарая. Они я вижу. Зачем? Ебать, насколько выше надо. Посмотри у пикапа. Они там жрут оленя. Они тоже с ботинки слетели. Он, походу, тяжелый остался. По-прежнему двое. Где тут пикап? Ты где пикап увидел? Ну да, он сюда смотрит. Я не вижу что-то нихера. А вон они трутся. Да ёпта, да. Я поражу. Вроде никого. Думаю, здесь есть. Что-то как-то странно, прям гораздо выше надо стрелять. Вон там, у подъемника. Смотри вон туда. Под кабинками. Возле башни. Видишь? Пока нет. Угу. Красота. Еще раз. Еще раз. Так, один. Им нравится, как он гремит.
там высоко. Блять, они заебали бегать. Так вот, у меня тоже чуть-чуть. Вообще охуительно. Физика вообще. Неужели? Он аж ногу оторвал. Отлично. Где последний? Уже ногу потерял. Больше вроде никого. И я не вижу. Ладно, пойдем. Может, Джоэл вернуться. Ага. Ты чё? Все, давай. Ага. Спасибо тебе. Ружье ему отдаешь. Это было очень кстати. Не за что. Я ж типа заебись справился, давай мне прицел тоже. То вдруг оптика понадобится. Он подумает, что-то случилось. Я общаюсь. Ну, надо не просто привет, пока. Ладно. Как-то еще. Пробую. Там только выстреляли, да? Сняли пару отбившихся. Элли мой прицел пробовал. Понравился? Который я так и не понял, как нормально работает. Почему в других играх иначе? Я смотрю, ты забыла струны перетянуть. Не знала, что должна была. Ну, ты... Вон там музыкальный магазин. Иди постреляй. Есть гитарные струны. Я к тому, что тут давно можно было бы чем-то поживиться. Я подорожу. Что скажешь, детка? Можно? Пошли ограбим магазинчик. Тронь. Это наш шанс. Ты точно не пойдешь? Давай, иди. Он ждет. Ладно. Он или магазин, пойдем. Или Джоэл? Хорошо. Давай за мной. Ну, вы подстрелили кого-нибудь из зараженных? Всего пара. Он же сказал. А ты? Я, да так. Нашел пару бегунов в доме. Джесси говорит, ты себя хорошо показала в групповом патрулировании. Даже порекомендовал тебе в парный патруль. Но мне кажется, тебе еще рановато. Я стреляю лучше, чем большинство из них. И у меня опыта больше, чем у любого из новобранцев. Слушай, если ты считаешь, что готова... Рэмбо с косичкой. Ну что ж, спасибо. Только сделай одолжение. Начни с коротких маршрутов. А там посмотрим, как пойти. Хорошо. Помнишь те комиксы? Дикие звезды, которые ты собирал. Которые ты собирал в первой части, ну. Мы нашли несколько выпусков, когда пробирались через ту школу. И как тебе? Да знаешь... Застрял. Не очень. Доктор Даниэла Стар очень уж... У нее дикий нрав. Что она устроила капитану Райану в том поединке? Вау! Е! Ага. Ну, то есть он это заслужил, но... Шутник. Одна история просто охуительная другая. Назвала бы свою лошадь Мозоль 2. Вот этот магазин. Ага, вижу. К чему эти флешбеки? Там мы по музею шакарили.
То мы сейчас в этот музыкальный магаз идем. Что, блядь? Алло. Да черт. Раньше можно было переплыть. Так, и что теперь? Ну, если не боишься, можем пойти через отель. Не боюсь. Жизнь рисковать, что пачка струн надо быть. Такое себе занятие. Че, куда идем-то? Это стоит, тупит. Высоко тут у нее не подставишь. Он здесь где-то может. Да? По старинке через версию не ходит. Чего придумал? Я пролезла. Погоди. Хорошо. Давай хоть пособираем. Не знаю. Нет, ищу. Так, на это, по-моему, потом пукнем. Ну, здрасте. Привет. Впечатлен? Здрасте. Ты просто точно. Плохо питаешься. Что за подъемочки? Да, он уже ушел-то. Ладно. Я думаю, патроны это там не неспроста дают. У меня мурашки по коже. Немного по жопе. Я вижу, как пройти, но тут споры. Надевай маску. Ты это же знаешь, то, что ей похер. Мы тут одни. А если кого встретим? Ну, ладно. Окей. Конспиратор, короче, да?